Всем привет, охотники-бандиты! Я пошел на свою тропу, где обычно бывает европейская охота, но здесь на входе была нива такого зеленого цвета, молочно-зеленого, какого-то, короче, около зеленого цвета. Вот, значит, в лесу кто-то есть. Тут еще вот такие метки оставляют охотники. Стреляные гильзы. Это у нас что? Тройка. Производитель динозавров, не знаю. Гранд-патрон. Главпатрон, гранд-патрон. В общем, вот они оставляют такие меточки по обоим сторонам дороги, причем. И сейчас я слышал, как будто бы лай собаки где-то в лесу. Вот. Главпатрон био. В общем, охотники активизировались. Ну, если тройку стреляют, значит, либо тренируются, либо птичку охотятся. Вот такие вот дела. Здесь у нас после сухого лета разбухла грязь, вся стала так себе, мокренькая дорожка. Здесь в основном ездят на квадроциклах, так что для них-то это нормально. А мы пойдем по нашей дорожке, по привычной, туда вот, в лес. Где-то в районе Известковой, там вот я слышал лай собаки. Не знаю, кто там с какими собаками ходит. Птицу, что ли, добывают с собаками? Ну, не знаю. Может, такие собаки специально обученные, которые птицу помогают добывать, они спугивают ее раньше, ну, времени. Проверяю первую лужу. На первой луже спокойно, уток нет. Как всегда, много следов лосиных. Вот след. Вот, вот, вот. Лосик, вот след, огромный лось ходит, пьет. Это мой след прошлогодний. Лось ходит здесь, лось пьет. На выходе вроде следов. Ну вот, вот это, может, следы. Хожу, следопытствую. Солнышко вышло, погода налаживается. Это хорошо. Надоел уже этот дождь. В дождь никакая птица не хочет летать. Вот впереди елки, вот там вот. Там рябчики мне откликались, но не вылетали. Сейчас пойду их посыщу. Иду, очень сакой воняет мочой. Походу лось где-то здесь проходил. Он здесь впереди лужа, он может пьет там. Вообще конкретно мочой пахнет. Вот сейчас перестало волнами как-то.
Походу, это лосиные поилки большие, на которых изредка сидит утка. Но сейчас утка вся, видимо, уже улетела. Вот. Видите, какие следы нахожены как. Утка улетела, и только лось ходит здесь, пьет. Это очередная лужа. Выход сюда. Попроб здесь, как выяснилось, нету. Вот, и на лужах на этих только лось. Ночью, видимо, выходит пить. Скорее всего, под утро, я так думаю. С утра ведь попить охота, правильно? Вот. Ходит здесь лосик, бродит, живет. Как определить, есть рябчик в этой местности или нет? Надо найти говно рябчика. Если оно на тропинке есть, значит рябчик здесь живет. Он перелетает, здесь поклюет землю, камушки поклюет, посерит и дальше летит. Значит, здесь он обитает. Вокруг должны быть елочки и вода. Вода впереди есть в колее. Место рябчиковое, но рябчик что-то не отзывается. Попробую еще посвистеть. Другие птицы, но не рябчик. Перелетают. Впереди перелетел рябчик далеко. Мелочь всякая прилетает. Вдалеке поезд едет. Во, представляете, какая удача. Только зашел в лес, смотрю, что-то белое бежит между веток. Кошка, да не кошка, зайчик, смотри, какой красавец. Белый уже, еще октябрь месяц, офигеть. У меня вообще все чувства. Лапа. Лапу, по-моему, перебила ему, что ли. Круто. Дошел я до озера Взрыв. Здесь никакие ути-пути не плавают. Видимо, уже все уточки, какие были, улетели. А вот здесь были нерадивые рыбаки. Это можно определить по коробочке под червей. Вот такой вот. Пакеты разбросаны, тряпки, горшки, пиво. Ну, пиво, по-моему, было это. Баварский закон. Издалека сразу видно мусор. Вот там я уток чистил в лесу. Возле этой длинной осинки поваленной. Ну там никто... Следов, короче, нету. Исчезли эти все очистки, а следов нету. Кто-то все-таки, конечно, забрал все эти остатки, отходы и слопал. Только перышки остались. Вот здесь нерадивые рыбаки жгли костер.
Вот такие здесь места. Очень много березы вокруг. Березняк такой молодой. Травы склоняются под действием гравитации. О, напугался сам себя. Шелестнула об сапоги веточка. Лес, конечно, да. С точки зрения птички здесь боровой не самое лучшее место. Елки мало, много березы и осины. Березу и осину птицы не едят. Они едят елку. Им она больше нравится почему-то. Так вот. Вот эти места напоминают Няр. Вверху Широковского водохранилища Няр есть. Нерог, речка. Тоже там похожий рельеф. Ну как, лес похожий, а рельеф-то там покруче, конечно, горы, посильнее, повыше. Но так, в принципе, напоминает сильно. Опять дождь начинает моросить. Он уже сегодня принимался не один раз. Дождь, конечно, хорошо. Дождь помоет машины, улицы помоет. Листья чистенькие все стоят мытые, где еще остались. Елочки чистенькие. Смоет всю грязь. Вон как красиво дождь попадает в речной... Вон как красиво дождь попадает в лесной прудик. Мелкие-мелкие капельки. Такой дождь надолго. Вот плавают плавучие сады Семирамиды. Бревна, на которых уже выросли. Выросла трава, местами даже деревья выросли. А это все бревна плавучие. От плота. Кто-то здесь когда-то плот построил. Катались на нем, наверное, или для чего. Вот такое у нас интересное путешествие в этот раз вышло. Добыча есть, впечатления есть. Все супер. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. За спиной слышно, квадроцикл едет вот там. Где-то вот там вот, сзади. Охотники ездят. Охотники не забывают это место. А я пешком хожу. Сейчас попробуем заснять этих ездоков. Проехали. С избушки едут. Видимо, вон баллон газовый везет задний квадроциклист. С избушки, видимо, по делам, по хозяйственным гоняли. Подъезд специально сделан, чтобы удобнее было на квадрике ехать. Я тоже по проезду по ихнему пойду. Все, уехали. А у нас пошел первый снег. Пока он еще мокрый, конечно, снег с дождем. Обещали к вечеру. А нет, он днем решил начаться. Вон как сыплет хорошо. Прямо подсыпает. Ветерок есть. А до этого солнце было такое, я даже дождевик снял. Думаю, о, красота, погода улучшилась. Ага,